Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами iPhone 16, и сейчас я расскажу о фишках данного устройства. Итак, мы можем перейти в настройки и начать с семьи. Здесь мы можем добавить членов семьи и как бы управлять нашего устройства также какими-то подписками и так далее. Вот мы можем либо пригласить пользователя, либо создать учетную запись ребенка. И здесь можем настроить общие подписки, общие покупки и доступ к геопозиции. Дальше можем перейти в раздел «Аккумулятор», здесь выбрать «Зарядка», и у нас тут есть оптимизированная зарядка. То есть мы можем включить оптимизированную зарядку, наше устройство будет следить за тем, как мы его заряжаем, и останавливать процесс при достижении 80% и завершить остальные 20% уже к моменту использования, либо же можем настроить лимит зарядки. Далее. У нас здесь есть кнопка действия. Мы можем ее настроить, можем выбрать любую функцию для данной кнопочки, и после чего, нажимая на нее, у нас будет включаться то, что мы выбрали. Дальше. У нас тут есть также режим ожидания, мы можем его здесь включить и настроить. Во-первых, включить ночной режим, также показ уведомлений и предпросмотр только по касанию. Далее можем перейти в раздел «Звуки и вибрация», и здесь у нас есть персональное пространственное аудио, и мы можем его тут настроить. Нажать «Персонализировать», нажать «Продолжить», и здесь мы можем уже отсканировать свою голову. Вот, и таким образом настроить это дело. Дальше у нас также здесь есть Game Center, мы можем его... Нажимаем «Продолжить», здесь мы можем пригласить друзей, вот, и использовать уже этот центр для связи также с друзьями, приглашать их, добавлять, играть. Вот, ну и здесь мы можем все настроить. Ну и также у нас есть кнопочка вот здесь вот дополнительная, которую мы можем нажать. У нас включится камера. Вот здесь мы можем увеличивать, уменьшать масштаб. Также, зажав ее на подольше, можем, по-моему, видео записывать. Да. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.